Начал благодаря своим братьям, в первую очередь тому, как 15 лет умерла мать, и оставшись один в деревне, то есть старший брат Юлиан и Серафим уже тренировались и кое-каких результатов уже добились, но они меня тоже забрали к себе, жил у старшего брата Юлиана. Вот, благодаря ему я, наверное, и пришел в секцию тому, как они занимались, и естественно я тоже мечтал бы заниматься борьбой самбо. 15 лет, где-то 16-й год был. Пришли мы в политехнический институт, в радиотехническом институте, первые тренировки начинались. И потом перешли к Семену Брановичу Гуманову, где вместе с детства тренировались. Стал впервые в 69-м году призером Советского Союза среди юношей. Все, и вот моя спортивная началась жизнь. Попал в состав сборной команды Советского Союза по юношам, по молодежи. Ну, вот такая стадия пошла благодаря своим братьям, короче, я пришел с борьбы самбо. Ну, лично для нас, для меня это, я думаю, что чемпионат Советского Союза. Чтобы попасть на чемпионат мира, Европы, и чтобы стать, нужно стать чемпионом Советского Союза. Чемпионом Советского Союза стать, это, ну, как бы я считаю, не каждому дано. Можно быть чемпионом мира и Европы, а чемпионат Советского Союза никогда не выиграть. Потому что тот состав, который был на чемпионате Советского Союза, призеры все взять, всю пятерку, там любой мог стать чемпионом мира и Европы. Самое главное было выиграть чемпионат Советского Союза. Я стал чемпионом в 81-м году. Чемпионом Советского Союза, дважды стал чемпионом, обладателем Кубка Советского Союза. В 1982 году стал чемпионом Европы, Болгарии. В 1983 году стал дважды чемпионом, чемпионат Европы выиграл. И в 1984 году это наши несостоявшиеся Олимпийские игры, которые проходили у нас в Улан-Баторе, в Монголии. Вот. Ну, естественно, была большая ответственность. Ответственность большая, потому как эти соревнования проходили в Монголии, и выиграть там было очень тяжело. Ну, во-первых, это временной пояс, очень тяжело всегда сказывается на состоянии. Ну и сами борцы, монголы, болгары были очень сильны. Тем более перед этим у меня два турнира были, я их два раза выигрывал, третий раз проиграл. И вот четвертый раз приехали «Дружба-84», где сборная команда Советского Союза была, человека 3-4 уже начала проигрывать в составе сборной страны Советского Союза. Сильные болгары и монголы были. Вот. Ну, мой вес как бы решал, да, командой мы выиграем или нет. Вот. Ну, выиграл я уверенно, тем более я, по мнению судей, перед этим был, проиграл ему монголу. Вот. И выиграл где-то 11-1, практически явно. Так настроен был. Сразу же нам, вернувшись с чемпионата этого, нам было присвоено звание заслуженный мастер спорта Советского Союза. И брату моему присвоили заслуженный тренер Советского Союза, как тренер. Вот это моя удача такая, что уже, казалось бы, в возрасте был, уже 30 лет было, а все вот пришло как бы. Много раз был я призером Советского Союза, наверное, раз 10. Это, ну, я считаю, тоже
быть призером Советского Союза – это, уже говорят, результат. Результат, да. Серебряный, бронзовый призер спартакиады народов Советского Союза. По дзюдо боролся на спартакиаде народов. Занял там 7-8 место. Вдвоем мы заняли. Республика заняла 7 место. Сломал ногу. Конечно, травмы много меня отвлекали от этого, от борьбы. И перелом ноги был, вывих руки. Ну, боролся я и в тяже, в тяжелом весе, и в абсолютной весовой категории за республику. Выиграл я республики в полутяже и в абсолюте. Так что защищал честь приходилось, хотя весил я 93 килограмма. Приходилось защищать честь и в тяжелом весе. Ну, один из первых мастеров спорта по дзюдо. Я самым первым мне было присвоено мастер спорта Советского Союза по дзюдо в республике. Я участвовал на чемпионате Европы по молодежи, занял 5 место. Ну, такой результат, знаете. Ну, я думаю, что тут практически все сложные поединки здесь. Ну, конечно, очень настроен был, когда была дружба 84 с этим монголом, которому я проиграл перед этим был. Ну, просто ответственность была большая. Большая ответственность и за страну Советского Союза, как бы, понимаете, потому что все решалось, мы команды выиграем или нет. И настрой был такой боевой, что, ну, и знал, что если я выиграю, мне будет присвоен заслуженный мастер спорта СССР. То есть вот такое настроение было. Выйти, разорвать, порвать, выиграть и все, понимаете. Очень, ну, такое боевое настроение было, потому что я знал, что уже за 30 лет и практически уже где-то что-то выиграть будет тяжело. Вот самая ответственная схватка, конечно, это было в Улан-Баторе. Да, работаю в академии я с 82 года, уже 36 лет. Ну, не знаю, благодаря своим друзьям, наверное, они меня привели сюда. В академии все многие говорили, да ты не сможешь работать, ведь это преподавательская должность очень сложная. Одно тренироваться в сборной быть, самому тренироваться, а здесь учить кого-то, всех курсантов чему-то научить надо. Конечно, это ответственность большая. Ну, благодаря своим друзьям, они меня поставили, как говорится, на ноги. Здесь я хочу им сказать огромное спасибо. Ну и те ребята, которые вот у меня все тренировались, тот же взять. Андрей Орловский по боям без правил. Он начинал с нуля, пришел. Красавец такой был, культурист. Ну, по самбо выиграл. Вот за 2 года стал международником по самбо. Стал чемпионом мира по молодежи, призером Европы. То есть, ну, как бы, есть ребята, которыми можно работать. Фактурой было все. Александр Пётух, Вахтан Сакадзе тоже. Я вам скажу, он молодец, он сваливает, все на ходу славливал. Молодец, в техническом плане был очень грамотный. Много ребят. Ермолюк Роман, Марудов Александр. Все ребята, которые мастера спорта международного класса, были призерами мира и Европы. Мой сын, молодец, дважды стал чемпионом мира, дважды стал чемпионом Европы. Ну и самые эти все ребята, Шкрет Николай. Елена Абрамович, сегодня вы видели здесь на тренировке девушка, которая раза 4-5 выиграла, стала чемпионом Европы среди юношей и молодежи. Вот. То есть это все были курсанты. Мы приехали с чемпионата Европы по самбо. У нас было с курсантов сборной республики 4 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая. То есть, ну, как бы мы тогда гремели сильно. Сильно гремели, неплохо было, конечно. И на соревнованиях весело всегда, на тренировке всегда весело проходили. Ну, естественно, что такое работать в академии? Тогда была еще высшая школа милиции, когда я пришел. Сейчас академия МВД. Конечно, ответственность большая. Не просто, чтобы ребята были профессионалами. Здесь тяжело стать профессионалом, как в спорте. Потому как основная задача наша стоит – воспитать ребят так, чтобы они были действительно настоящим милиционером. Не только он был в спорте сильным, а показывал себя на работе. Потому что работать с людьми, и с людьми, сами знаете, непростыми. Кто-то сильный, кто-то слабый, кто-то умный, кто-то дурак, кто-то богатый, кто-то бедный. И со всеми надо работать. С каждым надо вести какую-то работу. Так что в первую очередь это подготовить ребят профессионалами быть свое дело. Чтобы действительно достойно ребята и честные, и порядочные были.
Я знаю Орловска, да, действительно, он поступил в 96-м году в академию. И первые шаги его, он просто стоял как бы в Бобруйске, занимался футболом, он говорит, с ним разговаривали. Ну, увидев его в зеркало, когда он взял 120 килограмм и стоит на бицепсах, работает, поднимает, это чисто в физическом таком упражнении, 120 килограмм, то, конечно, это было. Ну, 190, под 2 метра ростом, 197 рост, 195. Конечно, это культурист был. Ну, поговорили с ним, придя сюда на тренировки, он говорит, хорошо, буду приходить, буду тренироваться, сам буду все. Вот за 2 года он стал призером Европы, чемпионом мира по молодежи, призером и мира был. Чемпионом МВД мы ездили, наши это Олимпийские игры, когда мы приезжаем на соревнования, раньше тоже было. Конечно, это от Бога одаренный человек был. Ну и всегда он был, конечно, такой экстремал. Экстремал в том плане, что он, ну, любил это все, понимаете. Единоборство, ему даже, может быть, в некоторой степени так интересно ему было, это самбо, но он жаждал тем, чтобы вот побеждать, он пошел на ударную технику, ну, уже подготовленный был, конечно, и понимал борьбу, в кресты он смело шел с любым, я видел бои его без правил, вот. Конечно, он дрался сильно, молодец, и применял приемы, и болевые применял, и удушающие, чувствовал в корпусе борьбу, ну, а уже ударную технику ему поставили, и, конечно, молодец он в этом плане тут. Бойцовские качества у него не отнимать. Ну, есть, в принципе, ребята есть, которые... Мне не хочется называть эту службу, которая у нас, служба безопасности президента, ребята. Которые я не хочу называть эти фамилии, потому что, ну, это все вы понимаете, почему это. Хотя ребята намного, я никогда от них не ожидал, что они могут так достичь этого. И быть, не только, говорят, спортсмены там, да, где-то они в учебе были слабоваты, потому что часто на сборах были, но по службе они были одни из умнейших людей, понимаете. Они понимали все, и ситуацию понимали, и понимали, как вести себя с руководством. То есть были настолько подкованы, я даже не ожидал этого. Можно назвать фамилии, но я не буду называть их, потому что много ребят служат в службе безопасности президента, человек 10. Алмаз, Альфа – это самые элитные подразделения, люди, которые ребята, вот даже взрыв в метро был. Взяли-то мои ребята его буквально за минуту до. Хотя если бы опоздали, мог бы взлететь весь дом. А? Молодцы ребята. Ученики мои тоже в этом участвовали, так что, ну, называть кого-то лучшим, все ребята хорошие, мастера спорта международного класса, тоже Вахлов Ахтанг Сахадзе, Ермолюк Роман, Марудов Александр, Орловский, Петух, это Лена Абрамович, это все чемпионы мира в Европе, понимаете, тут кого-то не назвать, я не знаю даже, это столько ребят, около 100 мастеров спорта подготовлены, ну, самбо, дзюдо, самозащита. Тем более наши Олимпийские игры, чемпионат МВД. Мы на протяжении многих лет бьемся так, что со всей сборной республики, департамент охраны, сильная у них команда, ну, мы даем достойный бой. Да, у них посильнее ребята, но все равно бой мы достойный даем. Моя задача, конечно, не только готовить ребят, спортсменов высокого класса. Я не ставлю эту цель. Самое главное, чтобы ребята были действительно достойными работников внутренних дел. Потому как работая с ними в разных ситуациях, даже быть самым элементарным, быть участковым, это быть сейчас грамотным, эрудированным, во всех вопросах надо. И мне моя задача готовить ребят не в спорте, так, чтобы они были сильными, красивыми, да. А хотелось бы, чтобы они были хорошим профессионалом в своей работе. Ну, был отмечен руководством нашей страны за подготовку кадров органов внутренних дел. Мне присвоено за... Почему присвоено? За подготовку кадров органов внутренних дел. За это мне было присвоено звание заслуженный работник физической культуры и спорта. Секретами в спорте, ну, какие тут секреты взять, если действительно были хорошие ребята. Мы в сборной, когда меня привели, мне сразу борьба понравилась. Я был как-то, не хочу сказать, что я талантливый был, но
что мне показали, я быстро это все схватывал. И даже первые мои шаги, когда я полгода позанимался и поехал на чемпионат Советского Союза среди юношей, стал призером. То есть это мне говорят, это у тебя большое будущее, мои друзья говорили, ты добьешься много в спорте. Хотя я как-то об этом не обращал внимания. Добиться чего-то высокого там. Занимался своей работой, как говорится, добросовестно. Хотя с деревни придя, уже физически был подготовлен. Подготовлен был, потому что нелегкая работа. Все вы знаете, что такое деревня. Раньше была 68-й год. Ну, это вообще и косил, и пилил, и все с мужиками. То есть стоял в одном строю, хотя было мне 15 лет. А в этом плане, наверное, я никогда не видел сладкой жизни. То есть, и когда брат меня забрал к себе жить, то, понимаете, надо было, конечно, и мне работать, чтобы где-то доказать ему, чтобы он помогать ему тоже, потому что он сам жил тоже, и на квартиры снимали квартиру они, понимаете. И мне надо было помогать ему тоже. Я это прекрасно понимал, что надо трудиться. Я рад был получить талон какой-то. Тем более дали потом ставку, по дзюдо выиграл в ЦСПС, мне дали 126 рублей ставку, и мне это было очень приятно, понимаете. Так что, будучи студентом Института физкультуры, ну, то есть, уже заработная плата была какая-то, и был стимул, надо стремиться к большему, надо стремиться все больше. Ну и вот, сам, хотя результат как таково пришел самый такой, вот именно к 30 годам, 28 лет вот уже, знаете, вот тогда и пришел результат. Наверное, говорят, что самый мужчина, наверное, становится 30 лет. Возможно, это так. Антон Ульянович обладает потрясающими качествами. Не каждый хороший спортсмен может стать хорошим тренером. Антон Ульянович был не только хорошим спортсменом, он история белорусского самбо. Это тот человек, который для нашей страны завоевал первую золотую медаль чемпионата Европы по самбо. Уже на протяжении многих лет под его руководством работает сборная команда Академии по самбо. И благодаря его труду и невероятной преданности своей работе, ребята завоевывают медали на различных соревнованиях республиканского и мирового уровня. Это человек, который на протяжении многих лет делится своим опытом, дает нужные советы не только в спорте, но и в жизни. Он настоящий друг, товарищ и учитель. Хочу сказать, что Новик Антон Ульянович замечательный человек, надежный товарищ, хороший семьянин. Значит, подготовил большое количество спортсменов различного уровня. Я ему лично благодарен. Он принял очень важное значение, или сыграл важное значение в моей жизни, когда, будучи курсантом, я еще был, и играет на сегодняшний день, потому что я тренируюсь под его руководством, он руководит учебно-тренировочной группой самбо академии, где я вместе с этими ребятами совершенствуюсь в спортивном самбо. Под руководством Новика Антона Ульяновича мы представляем академию на чемпионате МВД Республики Беларусь по самозащите. На протяжении 10 лет под его руководством мы являемся призерами и чемпионами указанного чемпионата. Руки поставил, если есть возможность, вот просуньте руку вот.
Ну, если начал заниматься, то надо заниматься серьезно. Потому что это такие единоборства, где просто так выйти и помахать руками, побороться, это лучше не выходить. Потому что это единоборство. И здесь можно ожидать все, что хочешь. А тем более, если вы хотите стать чемпионом мира, Европы, где-то появиться на международной арене, ребята, надо заниматься серьезно, быть профессионалом, все бросить, быть профессионалом. Просто так, работая и выходить для себя, чуть-чуть тренироваться, это ничего не достигнешь. Надо жертвовать собой, даже своим здоровьем. Через «не могу все делать», только тогда что-то добьешься. По-другому у нас не получится.